Так, смотрим команду милашек. И по-ю-по! Раз, два, три. Уже мило. Ай, прелесть! Ой, можно что-то купить? Да, прям под игрозочек. Вау! Hi, baby! Ничего, что... Ой, здесь много ребят из кафе, да? Здесь все. Все такая. Которые оставшиеся. Такие! Ничего, как такой красивый. Ой, страшно. Финатик. Классное звучание. Она прям идеально для их возраста. И для их имиджа. Такой сладкий, боже. И вот так идет этот комбинезон. Да. Кепка. Вау. Мистер. Ну что ты такой красивый. Вот, да, тянешь. Да, что мы так много, это классно. Его много не бывает. Нет, вообще в целом всех очень рационально показывает. Хорошо, запоминаешь всех. Классно. Даже голуби. Голуби, вы видите, сколько собралось? Да, голуби собралось. Просто они милашек любят. Зайка! Вау, классно. Кто центр, блин, все хорошо показывали. Центр был Донпё. Донпё центр. Я говорю, всех видно, прям каждого. Боже, я сейчас умру просто от сахарного диабета, я не знаю. От сердечного приступа. Ты ну уже был? Был, самый первый. Я не заметила. Ладно, я потом посмотрю. Тысячу раз. Это так мило. Очень мило. Мне хочется всех усыновить. Да, такие дети прелестные, милашные. Песня прямо подходит. Песня идеальная. Для них написали ее. Песня реально классная. Ну, в смысле, она такая спокойная при этом и такая нежная, тихая. Не такая прям... Задорная. Да, прям. Она именно такая вот подростковая, что ли, я не знаю. Приятно слушать. Да, особенно когда вот именно еще мальчики подходят, да, вот, к этой Представьте, песне. Если бы команда Мув, команда Мув спела такую песню. Да. Ипо, ипо. Потому что я видела, как мальчики с ипо немножко типа станцевали Мув? Танец Мув, да. А-а-а. И это было круто. Ждем кавер. Но команду Мув я бы не хотела видеть в команде ипо. Не, ну, давайте проверим, может быть, им подойдет. Окей. Мув, вы следующие.